Давай. Фоз. Фоз. Ваза. Говори громко. Ваза. Супер, давай. Да-да. О, теперь громко. Фара. 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 Давай. Правильно, только громко. Правильно, только громко. Дай только громко, ты правильно говоришь. Ну да, только дальше громко давай. Дама. Правильно, дама. Какой? Дама, умница. Давай дальше. Ка. Правильно, дальше. Ша. Какое слово получилось? Каша. Какое это слово? Каша. Молодец, давай дальше. Лам. Ла, правильно. Лап. П. Лап. Последнее? А. Давай, какое слово получилось? Лап. А что ты букву А не говоришь? Давай. Лапа. Супер! Какое слово получилось? Лампа. Лапа. Лапа. А это уже ты читал. Давай заново. Зачем? Это те же самые слова, по-другому расположены. Давай. А почему по-другому? Проверить, как ты запомнил, как ты их прочитал. Давай. Фаж. Последнюю не забывай. Фара. Молодец, давай. Каша. Какое слово? Каша. Каша, умница. Давай дальше. В. Вам. Моей буквы нету. Ваз. Ваз. Заново давай. Ва. Ваза. Ваза, умница, давай. Лау. Ну нету ла-ла. Есть просто ла. Лау. И дальше. Две буквы. Па. Какое получилось у нас? Лампа. Ну нету буквы М. Просто ла и па. И давай последнее. Давай последнее. Лапа. Последнее. Нет. Д-д. Д. Да. Ма. Какое слово получилось? Мама. Дама. Дама. Супер, дай пять. Молодец. Никитина, первое-первое чтение. Самое первое, самое первое. Можно пятерку. Можно пятерку. Почему ты сюда не